В Запорожье от гриппа умер ребенок. Такие сообщения появились на днях в сети интернет. Родители маленьких запорожцев забили тревогу. Наши журналисты решили прояснить ситуацию в областной санитарно-эпидемиологической службе. Трагедия в одной из запорожских семей произошла еще 13 октября, однако огласку получила только сейчас. Интернет-источники рассказывают о вирусе парагрипп, погубившего трехмесячного младенца. Это не грипп, это парагрипп. Скорее, это острая респираторная вирусная инфекция. О гриппе здесь речь категорически не идет. Считается по литературным данным, что это более спокойная инфекция. И меньше осложнений, меньшее количество, допустим, тяжелых форм, меньше болеют взрослые. Однако для детского населения эта инфекция становится достаточно грозной. Из-за наличия такого сложного осложнения, как стенозирующий ларинготрахеит, когда фактически удушье, с возможным присоединением другой флоры, других инфекций, развивается тяжелое осложнение в виде воспаления легких. И, возможно, даже вот такие тяжелые летальные случаи. По словам Александра Мощака, ребенок умер от воспаления легких, вызванного вирусом парагрипп, но не от гриппа. Эпидемии в городе нет, единичный случай, трагическое стечение обстоятельств. К тому же уровень заболеваемости ОРВИ в области с введением каникул резко упал. Для осенне-зимнего периода характерен небольшой рост количества заболевших респираторными инфекциями, говорит врач. Однако на данный момент это всего 60% от порогового уровня.